Эшкерер, друзья мои, меня зовут Паша Техник, я из старой доброй группы Контейнер, а.к.а. Xenox Gaze. Любим все, любит нас Фейс. Сегодня я приехал к вам познакомиться с интересной программой новой. Как она у вас называется? В первый раз канал. В первый раз канал. В первый раз канал. Вчера меня порезал какой-то уебан. С Ютуба? Нет. Скажи, с Ютуба. С Ютуба. Пидарас с Ютуба. Я сидел на зоне, и там слово «грязь» — это немножко другое. Что у него грязь — это совсем не то, понимаешь? То есть грязь для него — это даже не пиписька с усами. Вот. И поэтому я ему рекомендую заниматься дальше творчеством. Прекрасный человек, красивый, сексапильный, казах. Ну, это не мой рэп, не моя эта тема. Я просто, честно, люблю другую музыку. Это не моя музыка, никогда такое слушать не буду. Знаешь, есть такое древнегреческое понятие, еще на зонах было. Игнорируют пидорасов. Ты игнорируешь Шарахова? Я процитировал поговорку. Мне зад первым сдавайте. Все мои бабки в нем. Он везде за меня платит. В банк? В банк. В эфире телеканал «Россия». Всем добрый вечер, я Андрей Малахов, и мы в прямом эфире. Чувак, который изнасиловал Диану Шурыгину, вышел. Снова лишен свободы. Наследствует у меня на ноге. Я его... Я рад за него. Вписка закончилась пипиской. Я не могу это прокомментировать. Пьяная баба, пиздец, не хозяйка. Это тот же самый пример к этой особи, которая была у меня в гостях один раз. Помнишь, да? Не хочу я это рассказывать, слава богу, моя память это не помнит. И не дай бог. Поэтому давайте посмотрим следующий интереснейший выпуск. А эту тему надо забыть, потому что это мыльный пузырь, который дырявится. Паш, как в том видео. Ну хотя бы скажи, Паш, знаешь что? Да пошел на нахуй. Да. Ребят, любите есть улитки, заказывайте номер 1229 плюс 16. 337, 12, 21. Что там продают? Улитки. Это бизнес твой новый? Это мой новый бизнес. Паш, короче, есть девочка. Ребята, а можно чаю? Конечно. Спасибо. Паш, короче, есть девочка Лиска, блогер популярный, которая сейчас полезла в музыку и в рэп. А я полез сейчас куда-то вниз, хип-хопа. Давай посмотрим ее новый клип. Давай посмотрим. Называется «Интроверт». Она интроверт? А ты? Я человек, созданный из молекул. Каждая молекула из наша создана из маленьких. Обожжечку. И из каждой маленькой этой... Ух, еб твою мать. Вы чё мне, бля, включили? Я же уебан вообще редкостный. Испанский стыд. Давай мы будем дентити показывать стилёв. 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 Да. Там сейчас LG будет. Пускай, это нормально. Честно. И все, что было, это самое нормальное. Знаю, он у меня хотел член потрогать, но я ему запретил. Потому что это стоит 1200 рублей. Евро. Ты я бы и за 1200. Он сделал пародию на Рамзана Кадырова. За это ему пизда. Посмотрим. Верю. Никому не советую никогда в жизни
не употребляйте наркотики никогда в жизни. Все это для видеоклипов. Нахуй, забейте, люди, думайте головой. Хотите жить, живите. Не хотите, смотрите клип Lil Peep'а. Паш, привет. Здравствуй. В прошлый раз ты не очень был доволен тем, что мы тебе показали блогеров, а не рэперов. Я и сейчас недоволен тем, что меня пригласили на эту передачу. Я до этого смотрел брекеров, хотел сказать, блогеров. Теперь мы смотрим рэперов. Ты рад? А когда-нибудь будут блогеры-брекеры. И, блядь, тогда вы вспомните меня. Вот так вот. Ну ладно, хуй с ним, поехали. Очень интересная история. Не, неплохо снято, да, очень неплохо. Для России пиздец, я тебе говорю. Страна огромная, но делаем настолько много говна. Здесь красиво. Я рад, что только русские вот сейчас парни начали делать такие хоррор вот эти вести. Да нет, заебись. Я не знаю, почему какие-то гниложопы долбоебы называют фараона пидорас какой-то там, знаешь, там девка. Он делает охуенную тему, ёпта, блядь. Просто наши советские мозги не настолько, бля, расплавились, чтобы понимать. Ну, те, кто делают качественно, качественно. Прежде чем хорошенько хэпануть, хапаните немного стариковской пыли. Ты думаешь, что я против него что-то плохое скажу? Хотелось бы, тогда рейтинги будут. Я ж блогер. Какие рейтинги? Я блогер, мне насрать. Да блогеров потом находят в канавах, у них кроссовки опознают только через 4 года. Что эти две пятки были с одной ноги, блядь. Мне как в молодости делать нехуй, охота разъебать и тех, и этих. Я снова на злом, я молчал. Такая же хуйня, старый стал, хочу мелких разъебывать. С Лёхой, бля, мы создадим такую, блядь, бригаду, нахуй. Может, их подстричь? В Америке, да? Вот эти нигеры, да? Ну, Gucci Mane. Тот же Lil Pump. Ну и так далее, ты понял. Lil Zen. Вот они включат вот это. И их лица будут, мягко говоря, вот такие. Заканчиваем этот клип, это говно. Я самый новый звук, и это новый век. Я снова сделал стиль, я снова сделал всех. Я прыгнул в Бэтмобиль, ты знаешь, Uber Black. И полетел на блок, как будто Супермен. Нахуй послан. Я такой человек, да, я Angry Bird в этом деле. Мне похуй, ёпта, но я не могу слушать то, что зализано, подлизано. Вы не специально этих пиздализов еще подобрали, блядь. Я знаю пароль, я знаю ориентир. И только моя музыка спасет мир. Короче, русский рэп, он есть. Он есть, но его мало. То есть он вот так вот раскучкован по всей стране. Есть качественный, реально интересный. Есть глиноместный, есть пидорасный, есть хуесосный, есть христианский, есть пуртерианский. Короче, это все говно. Давай к американскому. Главный хит этого года прошедшего. Это не то, что хит, это пиздец. Взорвало мозги даже пидорасам. Но Rockstar, да, хорошая песня, соглашусь. Не, серьезно, очень красивая песня. В клипе Cocaine on the Table, бля. Вот скажи ты в клипе Лолиты Милявской. Нет, не надо слов, не надо паники. А у меня кокаин на твоем столе. Но я не знаю, что с ним делают, и у меня хуйня в голове. Да. Раста. Fucking with me, cold up, jet and shop at them shies. When my homies pull up on your block, they make that thing go gra-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta.
I've been in the hit. 5 fields and stars. 21. На момент мне врубили клип человека, которого нет живых. Мне нравится. И вот сейчас. Раз, два, три. Взрывай. But I wanna die. Make you mine. Это лучший клип, который я видел на сегодня. У тебя новый бизнес какой? Пельмени в шоколаде. Ивлевс крем. Может, ивлевские? Не, Ивлевс крем. А как ивлевские? Gucci gang. Gucci gang. Они к школам подвозят кадеиновые эти хуйни. Представляешь, какая там движуха? Кадеиновые нигеры приводят нашу страну к разврату, блять. Где нахуй этот Зеленский или как его? Привет, друзья! Как дела? Меня зовут Паш Техник. Я представляю группу «Контейнер». Я представляю весь хип-хоп в России. Я представляю себя сейчас на Бали. Ты король рэпа? Я царица рэпа. Понимаешь, гуф это... Он может... Гуф это как... Вот политику не хочу трогать, но гуф это что-то типа... Этого, как его зовут? Долгопрудный, блядь, а как он? Мудак этот, блядь. Ну, которого закрывают постоянно перед выборами. Провокатор этот. Навальный? Да. Кто? Да. Кто? Чё? Как кто он? Что? Гуф. Гуф мужик. Охуенный. С кем ты его сравнил, просто чтобы ты сказал? Не, гуфа ни с кем нельзя сравнивать. Гуф это гуф. Ну ты только что его сравнил. Ты, по-моему, перепутал. Ты сказал, что гуф как Навальный. Нет. У меня это записано на камеру. Смотри. То есть выбор делать дичь прям совсем лютую, прям грязь-грязь. Либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но не прям совсем. Потому что совсем прям грязь, это прям... Это чересчур было бы. Хотя это, мне кажется, будет жесть какая-то. Мифы Древней Греции. Ну, эти краткие фразы. Неплохо. Вот это панч! Ну ты какую бы мог передачу вести на телевидении? Жди меня. А другой канал можно? Можно. ТНТ. Да. Весна! Растает снег. И значит, закладки в лесу найти еще легче. ТНТ, почувствуй нашу любовь. Я Павел Ивлев. Я черный. Мак. Камеру слушай. Паш. Я чувствую чакры в этом месте. Венцеслав!
Где ты, пидор блядский? Это я снова, Павел Ильин, великий черный маг. Хочу показать вам пару фокусов. Первый фокус называется «Исчезновение». Для этого мне понадобится человек. Иди сюда. Прекрасно. Пауза. Видите, он еще здесь. Он до сих пор находится здесь. И никакой магия не обманывает. А теперь все будет туда. Ебать, чудеса, блядь! Скажу так. Вообще, в этом батле встретились две акулы. Они вот так вот срезнулись. Ну, просто одна акула вялая, а вторая касатка. А дальше осадки. Паш, ну вот была историческая хуйня, Оксимирон гнойный. А вот Гуф Птаха, можно сказать, что это была межгалактическая хуйня? Нет, конечно. Межгалактическая хуйня. Вот. Салют всем, это Паша Техник. Это Spice Battle. Спонсор этого ебучего выпуска. Черная дыра. Кэшбэк сервис. Мы нихуя не вернем ней. Вас отъебем и выебем. Купчи на юг, ёпта. Ребят, на Сатурне живут одни пидорасы. Но шмотки у них кажуальные, блядь, на всю жизнь нахуй хватит. И все слева, представься, блядь. Дарт Вейдер, антиджедай. МС справа, представься. Я Angry Bird, и я ебал твой рот. Ты Дарт Вейдер. Зафил. Сколько шлюх ты, блядь, купил? Сколько курочек ебал? Сколько курочкам ты срал? А яички их тебе как? На вкус? Может быть, это как будто запах из моих ритус? Аккуратнее с языком, молодой человек. Я Angry Bird, я представляю голос улиц. Марс. То есть всем пиздос. Респектос всем. Это ты ебучий зафил! Я тебе торт купил!